Ох, и что же нам с тобой делать? Ребята, всем привет, с вами я, отец-одиночка Нюкин, и мы думаем, что же нам делать с нашим роботом, который возомнил себя с моим умершим сыном. Ну, в общем, такая вот у нас семейка. А если серьезно, то с ним уже все давно решено, и сейчас мы всей семьей сидим тут и ждем, когда придет парень Полины, собственно, сама Полина, да. Она, помните, встречалась там с Артемом одним, замечательным казахом, который очень-очень накосячил. Однако он долго-долго извинялся, даже выучил любимую песню BTS, там Fake Love, да, называется. И она его простила, там тонны цветов, комплиментов, и вот мы, собственно, ждем их в гости. Грошек, разумеется, опаздывает. О, здорово! Артём, Полина, да проходите, проходите. Ну чё, всё? Больше косячить не будешь? Так, ладно, вы пока приветствуетесь, я за вкусняшками на кухню. Так, FP1, погнали, поможешь мне. Так, ребята, вы же помните, что он натворил, а? Этот Артём. Ну, в принципе, ничего страшного. Поэтому, собственно, он и может ещё заходить в мой дом. Так, FP1, давай собирай все печеньки. Так, я пока возьму стаканы. Так, раз, два, и еще тарелки возьму. И самое главное, что, как вы видите, как вы слышите, да, с первого этажа, там происходит кибербуллинг, потому что остальные дети в исправление Артема не верят. Ну что, Флинтик, а ты веришь? Так, все взял, молодец, пошли вниз. Ну, я привык давать людям второй шанс, как говорится. Так, ну что, давайте мы маленько расслабимся. Вот, и маленько вкусим замечательных печенек, которые мы тут приготовили. Так, вот стаканчики для Полины и для Артема, это наша традиция. И печеньки. Так, это не пугайся, Артем, это наш робот FP1. Где он? Вот, он под ногами путается. Можете покрасить, а, в красный, чтобы заметный был. Так, ну что, давайте, все, тут начинайте. Полин, я мешать не буду, или мне лучше уйти? Что-то рассказать? Ладно, давай отойдем. Чего такое? Глеб, я знаю, что ты неровно дышишь к Полине, но, как видишь, это у нее уже есть Артём. Короче, что? Я видел этого Артёма с другими девушками. Подожди. С пятью девушками? А как давно это было? Может, это когда они, типа, расстались на время? Совсем недавно? Так, слушай, ну это как-то нечестно совсем. Сейчас пойду и все ей расскажу, блин. И она, чтобы сама своими руками железными его выкинула. Я ей помогать... Что? Она же не поверит? Да, блин, это будет выглядеть, как будто батя какой-то странный. Я с тобой согласен. Нужны доказательства. Так, Саша! Зачем тебе... Саша! Флинтик, за матерью следи, ладно? Да, Глеб, ты прав. Но как же нам их достать, а? Я против того, чтобы мою дочку обижали. За ним проследить. Как думаешь, FP1 нам в этом поможет или лучше... Ладно, пусть лучше дома сидит, а то мало ли что там, он его больной ИИ выкинет. Так, хорошо, все, пойдем на улицу, обсудим весь план. Ребята, с вами на связи шпион Нюкин и мой коллега-шпион Глеб. Мы ведем слежку за объектом с кодовым названием Артём. И пока что он мирно чилит в кафешке. Что ж, посмотрим, к чему это все приведет. Так, стоп. Какая-то девушка, это... А, все, отбой. Глеб, это не его девушка, это просто какая-то девушка, которая шла мимо. Так, ну вообще-то, по идее, сегодня у Артема свидание с Полиной. Но вот мы решили, собственно, его маленько проконтролировать. Это уже второе у них свидание за сегодня, и вот Артем куда-то отошел. Так, он покупает себе мороженое. Ничего подозрительного. Так, ну что же, Глеб. Кажется, ты не прав. Может, ты все-таки, ошибся, а? Сейчас бы я там зря развел скандал бы. Ты прикинь, чем бы все кончилось? Полина бы от меня отказалась. Я бы остался без дочери. А виноват бы был кто? Я, потому что поверил тебе без доказательств. Ты молодец. Правильно, надо было... Так, стоп. Это он с ней что... Что? Она под... Ой, ё-моё! Это они... Они целуются? Так, ну-ка, фотографируем. Вот это да, вот это. Давай, только аккуратно, по-пластунски, с той стороны. Давай, быстрее. Ну ты чё отсюда прям ползёшь? Ты обойди, там уже начинай ползить. Ползти. Так, ползёт. Да блин, зачем записывать разговор? Мне кажется, поцелуй уже достаточно. Так, ладно, все, сейчас он еще спалится и все нам, всю лафу нам зарубит на корню. Так, Глеб, все, отбой. Пипец. Так, ну чё,
Как думаешь, я думаю, это уже все достаточно выше крыши. Не записалось? Так, черт возьми. Все, они закончили. Ну, надо было фотографию тебе делать, а не записывать. Ё-моё, так, чё, он куда-то уходит, что ли? Он сваливает. А мы за ним. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, девушка какая. Хотя она, может, и не виновата вообще. Ребята, с вами снова я, и это по-прежнему операция «Выведи Артема на чистую воду». Так, и мы с ним, с Глебом, прошли с этим Артемом до какого-то парка, где этот Артем уселся на скамеечку, и снова какая-то девка. Снова с ним какая-то девка. Что ж, на этот раз мы не облажаемся. И сейчас мы точно столько нафоткаем. Главное, не спалиться, ты помнишь? Поэтому мы должны забраться для лучшего ракурса на дерево. Поэтому быстро-быстро делаем лестницу из песка, как мы умеем. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Главное, не накосячь, и не спалиться. Глеб, помогай. Если что, мы типа как рабочие. Копаем, копаем, у нас мало времени. Блин, Глеб, почему мы заранее-то не додумались, а? Вот тоже, я тяну до последнего каждый раз. Так, мне кажется, все, хватит. Так, давай, ближайшее дерево. И вот сюда, сюда, сюда. Черт возьми, давай, да. Опа, 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 опа. Так, все, погнали, 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 погнали. Так, быстрее, выше, выше, выше. И где? О, все, все, лучший ракурс. Так, сюда и... Так, ага, целуется, целуется, все, 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 ищи себя в прошмандовках Ивлева. Ха, Глеб, мы это сделали. Ну все, сколько фото сделал? Я где-то штук 5. Да думаю, нормально, и так очевидно, что они там не обнимаются. Так, ну что, все, домой? Домой с чистой совестью, все это смонтируем, да, видосики, фотографии, сделаем отчет для Полины, и дальше это уже ее железных рук дело. Так, и я думаю, ты доволен собой, да? Я тоже. Погнали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А все не было напрасно. А мы не просто так были шпионами. Мы все выяснили с Глебом. Да, Глеб? Что-то там нормально сидеть? Так, батя, аккуратнее в рули. Так, ну что, какие там дальнейшие планы-то? Вот покажешь ты сейчас эти все фотки. А как будешь дальше наступать, а? Если ты понимаешь, о чем я. Так, все тут заворачиваем, заворачиваем. Ё-моё, ё-моё! Так, ладно, тормоза хорошие. Блин, я, кажется, коробку сломал. Так, вот сюда надо все-таки машину с автоматом, блин. Это механика меня уже заколебала. Все, приехали. Ну что, выходим. Так и не придумал? А, да так. Ну что это за ответ? Это не ответ целеустремленного мужчины. Ты должен иметь конкретный план действий. Раз ты любишь ее, и она твоя неродная сестра, значит, надо действовать. Понятно тебя? Ну вот брось на Артема, и что, думаешь, она меня полюбит? Да она только в депресняк уйдет. Так, стоп, стоп, стоп. Молодой человек, ну-ка отойдем сюда, чтобы нас никто не слышал. Ты чё, передумал действовать? А зачем все это было? Нафига мы узнали столько про Артема, что он такой изменщик, а? То есть Артем там ходит, целует, да, всяких баб, дурит мою дочку, а ты ее любишь и просто так это спустишь? А Артем, ты походу это, кукухой поехал. Серьезно, кто так... Ой... Ой-ой-ой, Артём, на телефон, говори, давай, будь мужиком, сделай это, давай мы лучше не расскажем, а покажем, Глеб, демонстрируй, вот посмотри, какой у тебя кавалер, а, ну что, нравится, какие у него хобби, пока он с тобой не тусит, нормально, да, это он, скажи, сейчас к тебе, так, ой, ой-ой-ой, блин, так что, Полина, это моя коллекция ножей, пожалуйста, у тебя руки свои, отдай ножи, блин, да выбрасывай, чем меньше вес, тем быстрее бежишь, господи, Полина, нам не нужна мокруха, Полина, блин. Ладно, надеюсь, бегает он быстро. Все, тихо. Полина, все, иди сюда. Иди, моя девочка, отдай, пожалуйста, ножи и место на кухне. А у него, не у него в животе. Все, Полина, успокойся. Глеб, иди на цветы, иди успокой сестру. Действуй давай. Ребята, ну вот такая вот операция вышла. А вот что там стоит... А, правильно, бежит. Молодец. Самое главное, что без жертв. Но вы бы как на моем месте поступили? И может, все-таки Глеб был прав? Возможно, как бы нам не стоило вмешиваться. А то сейчас явно у Полины депрессуха прям депрессивная. Капец. Ну, мне,
Единственное, я считаю, что лучше так, чем жить во лжи.